Так, как я сажу чеснок? Чеснок у меня мой, головки у меня большие. Такие у меня головки. Самый-самый крупный чеснок садится. Значит, делаю бороздки в земле. Просто сапкой. Я ждала, когда дождь будет. У нас дождей долго не было. Потом сажу вот так вот чеснок. Друг от друга сантиметров 10. Крупненько. Убираю специально крупненький такой хороший чесночок. И вот в луночке. Вот так посадила. Все, теперь я это сейчас прикопаю земелькой. И навозом, который я убираю у свиней, накидываю. Им я сейчас сверху побросаю по рядочку. Побросаю это тут сено с навозом, с соломой. Вот я уже до этого посадила. Вот у меня два рядочка. Так же самое. Глубоко не сажу. Я садила и глубоко, садила и, как я сейчас показала, одинаково получается. Урожай хороший. Потом покажу. Здесь кущевку посадила. Вот такой навоз вообще свежим, прямо ничего у меня не лежит долго, там не перегнивает. Потом я его вообще не полю, он у меня получается как замульчированный. Ну, потом весной покажу, что будет. Пока вот этим навозом прикидаю, как эти два рядка, и все. Садить надо чистый чеснок, чтобы на нем не было никаких болячек, чтобы он такой был крупный. Такой у меня чесночок. И все, вот примерно так. Вот я раз. Потом вот так. И все. И вот такой у меня рядочек получается. Там не сильно прямо надо мерить. Ну, 10, ну, 12 сантиметров. Ой, на сыро. Такая погодка, так себе. Ну все, и вот сейчас я это все быстренько доделываю. У меня уже третий рядок сейчас будет. И все, засыпаем все это. И тут никаких этих. Главное, чтобы был чеснок крупный. Это самый-самый такой секрет. И чтобы он был без болячек. Я его нигде не замачиваю, ни в чем. Просто, чтобы он был крупный. Головка должна быть здоровая такая. И все. Вот так вот в конце. Все, как я говорила. Навоз, солома в перемешку и с сеном, и даже вот с кукурузой палками сухими. Все вот это вот набросала на зиму, это отлично. Оно потом, когда чеснок вылезет, все это перегнивает. Это хороший компост получается, и мульча. Ну, я потом весной покажу, как он будет лезть. И он никогда не замерзает. Там еще в конце немножко не хватило, но потом буду у свиньи убирать и добросаю. И все. Самый легкий способ садить. Не надо ничего мудрить. Никаких там ям делать не глубоко, не закапывать, не знаю, ничего не мерзло. И были и до минус 20 морозы. И ниже. Ну, я думаю, так. Может, у кого-то по-другому, не знаю.